Здравствуйте. Сегодня 30 июня, и на моем участке созревает сорт ежевики «Небеса могут подождать». В том году была первая вегетация, в этом году вторая вегетация, кусты уже с ягодой. Вот, я уже вижу хороший потенциал у этого сорта. Во-первых, что хотелось бы подчеркнуть, это супер урожайность этого сорта. Ягоды просто море. Вот если сравнивать его из тех сортов, которые у меня на данный момент есть, это 15, там, может, 16 сортов, я не подсчитывал досконально, вот, но этот сорт занимает первое место, наверное, по урожайности. Вот очень много ягоды, очень много. Пока латералы не ломаются. Видел там в Ютубе, сетку натягивают огуречную на этот сорт. Но я пока не вижу, они прогибаются вот под тяжестью. Вот такие вот грозди. Вот очень-очень урожайный сорт. Потенциал у него огромнейший. Вот. Но самое главное, конечно, это вкус у этой ягоды. Ягода, я так скажу, я ее перегрузил в этом году, эти кусты. Нужно было оставить, наверное, все-таки по 2 лозы, я оставил по 3. И явно это перегруз на данный момент. Но, тем не менее, это никак не сказывается на вкусовые качества этого сорта. Ягода, конечно, вот средних размеров, не скажу, что она очень крупная. Вот лохтей, ягода как у лохтея. Но в отличие от лохтея, у которого идет первая ягода крупная, вот там может быть вторая, а вот уже остальные ягоды очень мелкие, то здесь я смотрю, ягоды все крупные. Это большой плюс. И самое главное, это, конечно, вкус. Изюминка этого сорта, это вкус. Ну, не знаю, кто называл этот сорт. Я считаю, все равно это немножко кощунственным названием. Но вкус у этого сорта просто супер. Очень вкусный. В отличие от лохтея, более насыщенный ежевичный аромат, это раз. Более сахаронакопление и отсутствие кислинки. Даже ягоды, которые трудно отрываются, еще имеют зеленый прилистник, еще как бы не совсем в полной зрелости, имеют сладость и отсутствие кислоты. Сорт этот имеет, конечно, высокий потенциал как для рынка, так и для себя. Для себя из-за вкуса, а на рынке люди хотят покупать сладкую ягоду. Этот сорт будет для рынка в самый раз, потому что здесь очень богатый вкус, ярко выраженный ежевичный аромат и сладкая ягода. Реально сладкая. Я скажу, слаще, чем лохтей. У кого есть лохтей, она намного вкуснее, чем лохтей, и слаще. Ну, это первый урожай, это будем наблюдать за этим сортом, но я очень доволен им, потому что когда я вижу, сколько здесь ягоды, это меня очень радует, это просто супер. Буду, наверное, его размножать, буду, наверное, кое-что корректировать и менять, потому что есть сорта, ну, в частности, допустим, тройная корона. Шикарный, хороший сорт. Урожайный, с крупной ягодой. Но кислинка долго уходит. Полная ягода, когда при полном созревании, сладкая. Крупная, товарная, красивая. Но кислинка при недозревшей ягоде явно доминирует. И это многим не нравится. Люди хотят сладкий сорт. Вот присмотрюсь еще, может быть, в следующем сезоне на этот сорт. Небеса могут подождать. И, наверное, буду все-таки ставку делать на него. Потому что клиент хочет сладкую, вкусную ягоду. Тройная корона — вкусная ягода. При полном созревании сладкая, но долго уходит кислота. А если еще сырая, дождливая погода, то кислота будет очень-очень плохо уходить. Сахаронакопление очень туго на этом сорте. Я имею в виду сейчас тройную корону. Здесь ягодка вот такая вот продолговатая. Костянки крупные, глянцевые такие, блестящие.
красивая ягода. Шикарный сорт. Вот на данный момент сравнение. Я просто приведу сравнение одногодки. Вот сколько здесь ягоды. Вот дальше идет у меня сорт Астерина. Ну, намного скуднее. Вот. Вот, намного скуднее. Они одногодки. Ягоды намного меньше. Я жду созревания Астерины попробовать. Вот, пока у меня нету. По прошлому году так я ничего не понял. В этом году уже будет сигнальный такой урожай, который уже даст какое-то четкое определение по этому сорту. Но этот сорт я сюда меня манит из-за вкуса. Я хожу по ежевичнику своему, дегустирую, насыщаюсь ягодой, и сюда меня тянет больше всего. Вкус замечательный, я честно скажу. Вот, поэтому, кто хочет вкусную, сладкую и очень ароматную ягоду, тем более, если почитать в описании этого сорта, этот сорт имеет самый высокий показатель антиоксиданта. Да? Ну, почитайте, я не буду пересказывать сейчас. Ягода у него самая-самая полезная из всех сортов ежевики. Ну, так заявлено оригинаторами этого сорта в описании, можете почитать. Пока меня этот сорт очень радует. Первое вот плодоношение, которое реально отличается от всех других сортов, наличием, обилием ягоды и очень хорошим вкусом. Вот ягодки, которые покрупнее намного выглядят, но я думаю, все-таки я его на первый год перегрузил. Оставил бы я два побега на куст, ягода была бы, наверное, бы крупная. Вот, и ее бы было, может быть, чуть поменьше, но ягода была бы крупная и ничуть не меньше по сладости, потому что сладость здесь очень хорошая. Мне этот сорт очень понравился. Рекомендую к посадке, кто хочет раннюю ягоду. Созревает он примерно вот по моих условиях вместе с лохтеем, примерно где-то так. Но скажу так, что лохтей уступает во всем. У лохтея тоже высокая урожайность, конечно, но ягода у него как горох последняя мелкая. И вкус он, по вкусу он проигрывает. У него кислота дольше уходит. И недоспевшая ягода с кислинкой. У этого сорта это отсутствует. Хороший, вкусный, урожайный сорт ежевики. Небеса могут подождать.